к тому, что потому сейчас что вас, вот, мы дошли до такой степени осознания, ну, того, что армия у нас представляет, ну, то есть одна из крутых вообще в мире. Я хочу напомнить, что парад Победы на Красную площадь вернулся в середине 2000-х годов. Это так, на минуточку. Вы просто посмотрите график проведения парадов, связанных с празднованием Дня Победы в нашей... Из нас хотели вырвать эту память. Это первое. Второе, значит, что касается тех же самых военных. Удержались на чем? На пальцах этих самых военных, которые давали присягу, которые просто не обучены ничему другому, как врач, например, кроме того, чтобы защищать эту страну. А какое количество военных ушло из армии? Какое количество военных растворилось в переходах подземных наших? Какое количество стало работать менеджерами? Ну, вы просто представьте. Я понимаю, нам это нужно было все пережить, осмыслить, понять. Но в конце концов, без этого, без Крыма, без операции в Сирии. Я почему говорю о картинке? Молодежь, которая сегодня смотрит, даже, давайте так, не смотрит телевизионные приемники. Они приходят в кино, они питаются другой культурой, подход другой, клиповое мышление, монтаж.